этнические особенности, например, там, расовая принадлежность к европеоидному, к азиатскому типу, к негроидному типу, зависит именно в первую очередь от расстановки положения костей. В первую очередь играет важность две кости. Это скуловая кость и верхняя челюсть. Именно они определяют ту либо иную этническую предрасположенность. Лобная кость и нижняя челюсть в последнюю очередь они дают нам какие-то этнические такие особенности, характеристики.